Всем здорово, народ, с вами снова я, Кофеёк, и сегодня мы продолжаем наше выживание на скайблоке. Кстати, стоп, чё там за остров? Стоп. Чего? Я хотела нормально поприветствоваться, алё. Блин, я в жителе застрял. Алё, как мне выйти? Типа это... Чё? Типа там другие какие-то люди есть? Я думала, я здесь одна. Реально, стоп. Или мне... А если я туда сейчас достроюсь? А вдруг... Стоп. Ни хрена не понимаю. Тихо. Главное, сейчас не сдохнуть. Там я вижу жителя, деревья, два дерева. И что-то еще. Мне кажется, это еще один человек. Ну ладно, пропустим это. Мы пока что должны срубить все это дерево и расширить себе территорию, так как нам нужно много дерева, большие фермы. И сделать, кстати, вечный источник воды тоже не помешает, на самом деле. Ну, вот на это нам и дали второй, как бы... А это второй, ой, так, я что-то не тут не затоптала, вторую воду. Кто не знал, я уже выживала здесь одну серию, можете перейти, вот по ссылочке сейчас здесь будет. О, кстати, нам 200 блоков надо срубить, вы чё, балдели там, я не понимаю. Вот, переходить по ссылочке, а мы пока что будем выживать, да. Спасибо вам за 142 подписчика, ой, 145 вас уже. Я просто в шоке, девочки и мальчики. Я в шоке, просто. В огромных шоке, просто. Так, тихо. Я реально туда... Вот знаете что? Вот я любопытный человек, и если я не суну свой нос, знаю, что мне потом придет жопа. Но все равно я туда сую свой нос. Твою же дивизию. Надо... Это, мотыги у меня нет, ладно, все равно. Я либо туда... Либо меня распирает от любопытства, и я все-таки туда иду. Либо если я туда не пойду, я на следующий день туда пойду. Я вам обещаю. Просто. Это так всегда работает со мной, поэтому у меня много приключений на жопу. Да. Я какой-то квест сделала. Ну ладно. Wi-Fi, типа, что-то надо сделать. О, смотрите, мы уже почти... Там я вижу какие-то печки. Ребят, мне кажется, это просто кто-то сохранил свой мир, вышел отсюда и просто... Мне кажется, я на чьи-то остров простроилась. Типа, бак. Че? Да нет, это мой второй остров, который у меня должен быть. Не-не-не-не. Вряд ли это не мой остров. Ну, реально. Коровы. Ну, вряд ли. Так, одна награда за задание. Ну, в принципе, это тот же житель, я не знаю. 1000 коинсов, чё? Фига, у меня 1000 монет. О, картошка есть, вижу. Так, тыква... Реально! Это какая-то другая хрень. Да, офигеть. Да, профиль, текущий профиль одиночный, точняк. Так что здесь не может быть никаких людей других, кроме меня. Вот. Ой, я, походу, затоптал. Я не затоптал. Чё? Ну, у нас есть коровы, это ферма коров, я так понимаю. Так что мы можем, знаете, что сделать? Я хочу сделать себе отдельную платформу, построить там какую-то небольшую себе базу, домик, не знаю, как это назвать. Остальное сделать все под фермы деревьев разных там, потому что это, ну, невозможно так вечно пробираться. Там где-то генератор булыжника поставить тот. Ну, короче, полностью обустроить. Так, тихо. Все нормально? Нам надо 200 блоков. Чё, извините? Вот 200 умножить на 4... Это получается 800. Да, 800 досок мы из этого можем получить. Вы знаете? Будет вообще офигеть как много. Давайте туда спустимся. Так, оп, ай, больно. Так, а что тут? О, уголь. Я вижу уголь. Так, а факела? Вот факела. Так, вот факела. И давайте вскопаем уголь. О, это генераторы вечные. Фига себе. А я у вас стырю их. Вы знали, что я у вас стырю? You cannot top the item while holding... Чё-то в руке я не могу держать, чтобы, короче, вот так сделать. Хоп, все стырили, а все. Все. Вот так их можно тырить, кто не знал, да. Если хотите, кстати, заходите на сервер выживания, там такой лесничок стоит. На аватарочке Cubecraft Games, вот он. Идеальный сервер, мне очень нравится. Так, генератор, все, стырим все генераторы отсюда, в принципе, можно стырить. А то, что, они тут так просто стоят, да нет, чем у меня на острове будут. Так, все вот так вот собираем, берем и тырим. Хоп. Так, интересно, вот я открыл такую функцию? Нет. Я открыл такую функцию, где-то видела, что на С можно включить, типа, приближение. Кстати, смотрите, у нас там тоже есть булыжник, это все.
А вдруг там тоже есть генераторы чего-либо? Ну реально, вдруг, если прокопаться вниз... Ема, тут деревьев, ема! Просто посмотрите на это. Просто лес, ой. Чё? Ремув планк? Чё? Да, я в жопу. Так, так, где наш генератор? Садится генератор угля. Ничего обычного, просто бизнес. Да. Так, вот это сюда мы все сложим. И сейчас мы будем добывать все эти деревья. Ё-моё. Так, ой, яблоки, ёптель. Так, а как нам это все добыть, извините меня? А эти что не растут? А вы что не растете? Full grow. А почему full grow? И не растете. Ну ладно, соберу вас. Стоп, у меня же было три... А, да-да-да, все правильно. Ну, как видите, я тут расчистила, все нормально. И вот тут маленькая дырочка, домик, не знаю, как это назвать. Короче, сейчас мы будем сделать здесь огромную ферму, так как она нам нужна. Так, давайте возьмем семена и мотыгу, мотыгу, мотыгу. Вот, и... Ой, не то. Так, как видите, у меня много ресурсов. И 63 семена, прикиньте. Много. Так, то есть нам надо вскопать вот тут. Это у нас бесконечный источник воды. Так, вскапываем, давай. И все это надо просто вскопать. Так, в районе 4 блоков, так, получается 1, 2, 3, 3 и 4. Привет. Оба, узнали? Узнали? Не узнали, наверное. А может узнали? Быть. А может и нет. А может это не точно. На твоем канале? А? Меня знают. Да, если Олды. Вот так, 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 все, мы засаживаем. Хватит мне тут какие-то танцы танцевать. Лебедь. Так, топ. Оба. Кстати, напишите в комментариях, хотите ли вы рубрику с Соней. Соня? Мне, я не спрашиваю твое мнение. Как обычно. Не пали. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. Во, смотрите, у нас остается вот. Все, смотрите, сколько у нас целое поле. А это типа моя маленькая, там, вот так немножечко. Кстати, нам надо сделать, чтобы генераторы расставить. Мы тут расширим, сейчас, смотрите, сейчас я расширю, вот, берем земель, нет, земельку мы не тратим, мы берем дерево, потому что дерево у нас до хрена. Так, хоп-хоп-хоп, перерабатываем, значит, ну, 40, вот как-то немножко хватит, я думаю, и вот отсюда, в принципе, от моей немножко базы отходим и ставим вот такую вот штуку, вот такую, вот так, и вот так, вот. В принципе, я думаю, такой платформы нам хватит. Так, вот так. И все так. Вот так. Все. А пока я тут что-то строю, давай подпишись быстро. Да. Подпишись. Да. А то мне обидно. Мне обидно, если ты не подпишешься, да. Я для кого стараюсь? Я для кого стараюсь? Так, вот у нас есть... Кстати, мне кажется, я не записывала. Может, записывала, где я взяла все вот это так. Это генераторы булыжника с того острова, до которого мы дошли, вон оттуда, я их стырила. Вот, а это генераторы булыжника, вот. Вот как бы они вот так будут стоять, а мы их тупо будем собирать. Так, уйди. Вот, да ё-моё. Вот, все. У нас есть офигенные фермы, также у нас сейчас мы можем посадить потом дерево. Пойдемте на тот остров и... Отмена. Пойдемте на тот остров и посадим все саженцы, у нас их 11. Вот, поехала. Так, тут, в принципе, тут надо паркурить. Вот, паркур вообще самый сложный в мире. Тихо, у меня опять еда закончилась. Борщ хавать, похавать надо. Надеюсь, он сейчас съестся. Так, а, все, съелся, нормально. Так, миски экономим. Я не знаю, я за кадром одну съела и выбросила. Зачем-то, не понимаю, зачем. Кстати, тут картошка есть, картошка тоже потом соберем. Так, куда я хотела? Я хотела здесь все засадить этими деревьями. Так, пусть, оп-оп-оп. Все, в принципе, вот так засаживаем. И норм будет. Все, я засадила. Так, корова, надеюсь, вы не сдохнете. Вот. Я предлагаю на этом серию закончить.
Так что всем удачи, всем пока, спасибо, что вы со мной, все, что вы смотрите. Также будут потом изменения, а ты не пали, сидящий рядом человек. Не палить. Вот. Так что всем удачи, всем пока, подписывайтесь на мой канал, и всем удачи, всем пока-пока. Пока.